я уверен, что все, на что направлены деньги, должно иметь измеряемый результат. А все разговоры про то, что не все можно измерить, это значит, просто люди не умеют измерять. Все можно измерить. Только очень сложные могут быть, очень ответственные механизмы, инструменты измерения. Но если деньги направили, то результаты должны быть измеряемы. Пока у нас будет табу на слова «результат», «измеряемый результат», «эффективность», «производительность труда». У нас же сегодня табу на эти термины в системе, к сожалению. Ну, а раз табу на эти термины, то и нет этих вещей в системе. Поэтому мне кажется, что может начать с того, что надо снять это табу, что надо всерьез обсуждать темы результатов, измеряемых результатов, эффективности, производительность труда и так далее, и так далее, и так далее. Надо не бояться этих управленческих обсуждений.